за окном день похожий на мел. Тобой перебор. С вами семейка Макба. Сейчас мы будем делать подвески. Взяли свиной фарш, добавили туда лучок зеленый, простой лучок, водичку, подсолили, поперчили, теперь добавим чуть-чуть, слегка, для связки муки и жарь. Помедленнее огонь. Переворачиваем. Готовы. Можно накрыть крышечкой, если вы хотите. Но они обычно получаются сочные-сочные. Еще бывает, знаете, как я делаю? Я добавляю сливочное масло, ставлю на огонь, чуть растопится слегка, добавляю лучка на медленном огне, жарится. Я потом это все добавляю вообще в корзину, это прям сочно-сочно. А сейчас я не так и сделала. Посмотрим, что у нас получится. Ждем дальнейшего предложения банкета. Вот наш эксперт подошел. Да, я здесь. Мистер Макба готов покушать котлетки. Я да, очень голоден. Котлетки мы приготовили. Смотрите, горячие. Макбо. Макбо. И настало время откусить кусочек. Горячие. Сочные. Объедение Белиссимо. Всем советую есть такие котлетки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока.